Дождь звонкой пеленой наполнил небо майский дождь. Весенняя прохлада накрыла город во вторник. Если верить синоптикам, до конца недели теплее не станет. Дожди и грозы тоже не отступят. Солнце изредка будет пробиваться сквозь тучи. Метеорологи объявили желтое предупреждение. Между тем, столицу Нигера накрыла песчаная буря. Устрашающая стена прокатилась по всем районам без исключения. Обычно такие атмосферные явления встречаются в стране с марта по апрель. Пыль из Сахары переносится ветром в сторону Атлантического океана. На канадскую провинцию Альберта в мае обрушился снегопад. Высота покрова местами достигает 15 сантиметров. Водителей призвали быть осторожными на дорогах. Белая пелена скоро растает. Дожди не оставят Бобруйск в покое до выходных. Завтра атмосферное давление продолжит падать. Будет преобладать облачная погода. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью 9-11 выше нуля. Днем на 3 градуса теплее. Кристина Ариянс, Андрей Богдан, Бобруйск 360.